А сейчас покатаемся, как там в той песне было. Еду, еду в соседнее село на дискотеку. Привет всем, с вами я, Саббендер, и я продолжаю проходить игру Прототуп 2. Пойдемте сейчас выполним какой-нибудь тут легкий квестик для разминочки. Буду записывать я сегодня в новом формате. Точнее, как в новом формате. Формат старый, но по новой технологии. Почему, в принципе, и нет, скажем так. Будет довольно неплохо. Сейчас я себе тут звук игры урегулирую. Так. Требуется логин. Ай-яй-яй. Лейтенант Гаррисон Пью. Так. Новобранец черного дозора. Чувак, ты где? Кажется, мне предстоит сбить пару вертолетов приемчиками карате. А почему, в принципе, нет? Хотя, зачем карате? У тебя же есть хлыст. Да-да, именно хлыст. Очень хорошая штучка, так. Чувак, наверное, сидит на какой-нибудь военной базе. Скорее всего. Да, ваша цель, как правило, написано, будет находиться на уровне первого этажа. Это вряд ли. Кстати, есть тут парочку таких высоких зданий в этом районе. Ну что, цель? Ты где? О, вот ты где. Я сменю сразу облик, чтобы, так сказать... Чувак! Благо ты не помер. Да. Мне повезло, что ты не сдох. А то тебя там уже зомби покусали. Этот данный мясо хуже, блин, таракана. Только прихлопнешь, как тут же вылезает в другом месте. Так значит, эти данные. Думаешь, они помогут ее найти? Можно вывести график. Спать же она должна когда-нибудь, да? Ну это да. Это ж я. Тут, точнее, ну как я. То есть главный герой. Скажем так, он вообще... Скажем так, он вообще не спит. Так. Джеймс, ты это слышал? Я это слышал. Ох, что-то мне это не нравится. Это вроде какой-то сложный квест. Я помню, что тут была какая-то жопа. Какой-то уж очень сложный квест. Только вот я не очень помню, это или не это. Да, начнем, пожалуй, с погони за ящиками. Что здесь случилось? Так сказать, вертолеты падают, к сожалению, без моей помощи. 20 секунд. Да, я тут уже прокачал этот хеллер. Не боись, пупсик, все будет чики-пуки. Я все-таки как-никак этот. Благо меня не могут лопастями разрубить. Такс. Конечно, времени. Ай-яй-яй! Это просто задница. Беги, беги, беги. Ну давай же. Давай, давай, хеллер. Блин, конечно, сейчас вот им управлять немножко, скажем так, он стал более сильный и прыгает. Надо все рассчитывать не так, как раньше. Но я думаю, за 8 секунд я успею дойти. Так. Прыгает он теперь более-менее высоко, да, и это все-таки тот квест. Падла, не смей! Так. Так, стоп, куда? Ай-яй-яй, там наверху что-то я тут немножко затупил. Я лечу к тебе, ящичек. Давай. Я помню. Так, фух, вроде как нормуль стало. Давай, хеллер, я в тебя верю. Так. Надо сейчас наверх запрыгивать.
Давай. Сколько тут еще ящиков осталось? Вроде последний. Фух, я немножко, так сказать, это... Хотя тут вот сила, так что, чувак, слушай, иди-ка сюда, время перекусить. Фух, а с этой, ладно, хренотенью я разобрался, тут еще где-то сила, говоришь. Так. Тобою мы закусим. Да. Кровь, конечно, как в лучших фильмах Тарантино. Так, вот так вот делаю, хопаньки. Не зря я все-таки этот навык качал. Да, надо теперь линять отсюда. Ну. Рано еще менять вид. Ну, теперь уже все чисто. Да, отлично. Фух. Это не значит. Блин, даже я немножко вспотел. Не, не потому что даже сколько сложно было, сколько было жарковато тоже. Это Рэтлер 5. Мне жаль, но объекту удалось уйти. Прием. Ему жаль, видите ли. Какие-то вы хреновые солдаты. Давайте, что ли, пойдем теперь на букву С. Я без понятия, что это такое, но... Чё, в принципе, и нет. Или сюда заглянуть? Да, так, отлично. Побежали сейчас. Посмотрим, кто тут к нам. Я помню, вроде, что это... На букве С там будут какие-то ракеты. Причем очень, скажем так, опасные. К тому же я глянул, у меня уже 71% игры пройден. Я думаю сейчас сделать так. Буду делать видео по Warface и параллельно с этим снимать прохождение одной из игр. Как закончу с прототипом. Ну ты хам, Хеллер. Вот идиоты. Стоит ноготь сломать, так впадает в истерику. Я нашла ноготь? Зовут Линкольн. Используйте его. Ладно, этого мало. Опять? Да пошли вы! Да, неудивительно, что она его послала. Все-таки как-никак этот... Чувак... Тот еще хам. Все слышала? Каждое слово. И хотя мне очень хочется заткнуть ей рот, похоже, что тебе стоит потянуть за эту ниточку. Если ты сможешь провести транспортер навстречу, мы узнаем, что они затевают. Хорошо. Где пилот? А, все понятно, мне пилота надо найти. При помощи охоты. Так. Надеюсь, это я не его поглотил. Так. Пилот, ты где? Где эта пилотка? Блин, хрен пойми. А, пилотка, привет, дорогуша. А вот и я. Листа 2-2, это Ред Краун. Как слышно? Ред Краун. Оскар 6 Эхо. Вас ждет Лим Зулу 1-9 Джулиет для сопровождения командира Элиса. Прием. Окей, хорошо, я согласен. Полетели. А, я вспомнил эту миссию. Это довольно прикольный квест. Тут мы будем сейчас катать товарищей. 2-2, это командир Элис. Спасибо за сопровождение. Прикрывайте тылы и будьте готовы к атаке с воздуха. Да, без проблем. Не заставлять ждать командира Феникса. Я прямо горю желанием с твоими дружками из Феникса побеседовать. Слушай, Хеллер, я же надеюсь, это не в микрофон говоришь? Опаньки, летуны. Ну куда же без них? Все-таки у нас квест с вертолетом. Шевелитесь, капитан! 2-2, расчистить для нас путь! Сбить птичек, понял. Так. Первый раз чувствую себя в безопасности с тех пор, как попал в зону. Да, только вот ты не представляешь, в какой ты опасности, засранец. Но мне тебя сейчас убивать не очень выгодно, так как ты все-таки... Внимание,
Да пусть подходят. Эти падлы еще камикадзе. Так. Ну. Летай так дальше, станешь моим личным пилотом. К сожалению, твоим личным пилотом мне не быть. Ты, товарищ, рылом не вышел. Летай так дальше и налетаешь себе повышение. Нахрена мне повышение? Я не летал со времен Кореи. А ты чё, в Корее еще воевал? Ах ты засранец, бедных корейцев расстреливал там. Ну что? Так, отлично. Мне сейчас надо убейте зараженных с помощью оружия. Нужно так. Так, надо от этих защищаться, от кусочков. Давай. Так. Отлично, с этой падлой мы разобрались, еще и бонус получили. Сколько ж тут этих гидр хренов. Да, надо еще успевать жать кнопочку Ч, а то могут запульнуться в меня какой-нибудь тавтологией. А это не самая хорошая вещь. Давай, падла, дохни. По-вашему, что, зараженные обладают разумом? Оставлю его в покое на пару минут. Ред Краун, возвращаясь к Элису. Принято. Джеймс, они окружают вертолет Элиса. Не дай им его забрать. Не волнуйся, я займусь. Во, гидры. Вот чё вы творите? Нахрена вам вертолет? Падлы вы тупые. Так, сейчас. Держу заодно кнопочку на Ч, чтобы ты, скажем, давай, давай. Ну извини, тут довольно много гидера, у меня патроны, не, скажем так, это не самые. Так, слушай, гидра, я же надеюсь, ты сейчас полностью на меня отвлеклась, падла такая. Да вы вообще издеваетесь. Так, кто тут такой дерзкий? Так, сейчас мы вас ракетами поднакроем. Я надеюсь, там я этих не зацепил. А то эти падлы еще умудряются. Так. Давай. Ну что? Надо танк будет сопровождать. Не, это не в этой миссии мы будем катать ученых. Весь город в заднице, командир. Был бы другой способ, не было бы никакого Феникса. Да, ребята, вы совсем уже охренели. Вам доверили разобраться с вирусом, а вы решили еще и город весь взорвать к деревне Фени. Да, мне сейчас надо будет транспорт сопровождать. Надеюсь, мой вертолет не собьют. Так. Черт, да это проклятая гидра! Убейте! Откуда убейте! Тут столько гидр? Хотя, в принципе, тут это не особо серьезные они тут, когда с вертолета. Так, ну что? Через месяц это место вообще будет не узнать. Что за споры биомассы? Видимо, я много чего не знаю. А может, сам ляпнул, хрен знает что. Так, еще одна.
Гидра, слушай, тебе надо расслабиться и... Боже, какие же они здоровые! Ну а что ты хотел? Вырастили. Теперь вот и думайте. Блин. Меня сбили. Печально. Очень даже печально. Ну что, давай ты, товарищ. Действуй. Чуть-чуть. Отличный выстрел, 2-2. Весь город в заднице, командир. Был бы другой способ, не было бы да, никакого... Да, ладно, это мы уже слышали. Надо их сопроводить там куда-то. Правда, я не помню, на этом закончится данная миссия или нет. Я помню, что еще ученых будем возить. Но это вроде не из этой басни. Так. Это Гидра, открыть огонь! Да я уже как бы. Давай. Попал по мне, падла. Что это за херня такая в воздухе? Вирусные споры, пилот. Вышки биомассы качают их без остановки. Что за биомасса? Вообще будет не узнать. Да. Еще гидра. Падла такая. Не подпускай ко мне крикунов. Слушай, ну извини, тут у тебя и гидры, тут... Блин, машиной кинули. А вот я себя в безопасности не очень чувствую. Патроны, мягко говоря, восстанавливаются не самым быстрым. Так. Ай-яй-яй, я ж тут это... Походу к зданию прижался. Я думаю, что у меня ХП отнимается. А я тут, оказывается, прижался к зданию. И в итоге у меня вертолет ломался. Вот это подстава. Так, ну что, по идее тут больше ничего интересного не должно быть. Red Crown, это Оскар 6 Эхо. Мы добрались до точки бета. Здравствуй. Тут еще будет, может, приличное количество этих. Здравствуй, еще один этот, и мне будет хана. Блин. Вот хрень. Ладно. Мы добрались до точки бета, так что... Все хорошо. Главное вот так не тереться. Мы добрались до точки бета. А то ишь крикун. Да тут еще и гидра, тут не только криконы, так что... Господи, смотрите, куда стреляете, баллиста 2-2. Так. Точно, извиняйте. Немножко я тут не учел. Так, ну что. Давай. Давай, детка, дохни, падла. Дохни, падла. Какой сынок? Я тебе это... В дедуле кажусь. Вообще. Сипок дерзкий. Поторопись. Нам нужны все четыре командира, чтобы запустить проект Феникс. Дана, ты это слышишь? Кажется, они очень спешат. Ты должен уничтожить всех четырех командиров. Они все равно будут действовать по плану, но это даст нам немного времени. А, наверное, мне придется все-таки катать ученых. Че, а то я не помню. Я знаю, что в каком-то квесте тут... Там сейчас после этого будет база. Ох ты ж, машиной в меня запульнулся. Надо тут немножко можно мансовать, тогда они вас будут косить. И тогда будет все не так критично. Так. Хотя все равно попало, падла. Так. Ох, блин, прошу прощения, немножко, не знаю я, где умудрился подстыть. Мать, мы как живая мишень, нас прикончат.
Да не ссы ты, папаша, раньше времени. Мы тут вот это. Пилоты и победят в этой войне. Блин, а меня закоцали. Гасва, гасва, гасва. Заново эту тавтологию у меня как-то нет желания проходить, так что аккуратненько мансуем. Мансуем. Ай-яй-яй. Ай-яй-яюшки, ай-яй-яй, надо ай-яй-яйки действуем. Так, падла, дохни. Так, все. Red Crown, это Оскар 6 Эхо. Мы добрались до последней точки. Баллиста 2-2 заслуживает благодарности. Я думаю, мне еще стоит дополнительно паёк дать. Приземляйтесь и отчитайтесь. Приём. Наконец-то. Ладно, Джеймс. Ты должен убить всех командиров, пока еще не поздно. Расслабься, будет сделано. А, ну понятно. Так. Я же надеюсь... Так, стоп. Вот, все. Так, вылезаю. Да, вертушку закосали. Я догадываюсь, почему она к вам тут стучится. Зараза, тут еще и крикуны. Нам срочно нужна помощь. Ладно. Так, чувак. Короче, я не буду это сразу. Идите, идите. Ваша задача атаковать и подавить врага. Прием. Кто из этих ублюдков Элис? Слушай, товарищ, ты мне не нравишься. Блин, да все эти сволочи на одно лицо. Я согласен, они все на одно рыло. Ну что, тут есть? И по иронии судьбы, воспоминания в последнем. Ты думаешь, как ученый, а не как солдат, Крауг. Нервно-паралитический газ не нанесет вреда окружающей среде. Всю территорию можно захватить за 72 часа. А так уничтожено будет все. И население, и инфраструктура. Стратегически это менее выгодно. Да. Да что ж вы задумали? Хитрожопые падлы. Так. Все, меняю вид. Ребят, я ушел, так что не мешайте мне. Ну что, поболтаем по телефону? Так, ты мне не нужна. Не надо в меня кидаться. Дана, ты там? Я тебя слышу, Джеймс. Ты в порядке? Нам нет. Нужны все факты по ястребу. Чтобы это не Почему ястреб? Это ж Феникс. С землей. Все умрут. И ты, и я, и Майя. Окей, узнаю все, что смогу. Да. Ладно, давайте возьмем операцию Феникс. Может, там нам придется покатать этих ученых. Хотя вроде нет, нам придется там уничтожать оружие. Но почему бы и нет, так сказать, довольно неплохая акция миротворчества — уничтожить все оружие. Да. Этого мало. Вертолеты вооружены термобарическими ракетами. Сначала нанесут удар по красной зоне. И как вы так раньше без меня справлялись, от Джеймс Хеллер? Слушай, а ты вырез себе не могла побольше взять? Да, конечно, что-то я сейчас думаю абсолютно не о том. Ну, ладно, бывает. Так где эти вертолеты? У них есть несколько площадок вокруг красной зоны. Первая твоя цель — это перестроенный док на Истривер. Я знаю, как насчет товарищей захватить вертолет и при помощи него расстрелять остальные. Почему бы и нет? Так, ну что. Это ж, кстати, на этой базе, куда я этого командира привозил. Так, ну что. Говори мне, что делать дальше. Выстроились как чертово домино. Ну раз домино, так, ух ты, Хеллер, как ты уже сюда проник? Ладно, я не спеша, аккуратненько. Так, у кого тут сила?
хватило там у какого-то засранца. Почему бы и нет? Его никто не палит. Ну что? Навык владения вертолетом улучшен. Неплохо. Слушай, у меня разрешение на полет. Так что... Я взлетаю. Ну? Так. Ух ты. Сделаю вид, что я этого не слышал. Так. Ну ладно, полетели, ребята. Не надо по мне стрелять, засранцы вы. Так. Хотя, если честно, эти вертушки довольно легко уничтожить. Сколько вообще вертолетов у этих кретинов? Так. Получи. Давайте я возьму свою. Эту похожу в таком облике. Знаете, щупальца они. Точнее, какие нахрен щупальца? Щупальца это не с той басни. Так. Вот он, вертолет. Вот паскуда, где ты такая? Давай. Опаньки. Чё тут, Хеллер, ты чё творишь, падла такая? Так, вертолет, ну, ловись. Ну, ё-моё, чё за нахрен такой? Давай. Опаньки. Знаете... И он так разными пушками делает по-разному. Так. Так, давай, залезай. Город эти падлы все равно не уничтожат. Вот. Отлично. Тут еще один вертолет. Почему бы и нет? Раз, надо к нему повыше подняться. Падла! Так. Ты где, падла такая? Вот. Знаете, довольно удобная штука, эти щупальца. Так, а ты тут, засранец, это мой город, не смей! Похоже, джекпот. Отправляю координаты. Уничтожите его, уничтожите их возможность стереть Нью-Йорк с лица земли. Хорошо, пупсик, как скажешь. Сейчас я разберусь с этим говном. Так. Опа. К сожалению, какую-то там хренотень. Правильно делает, а то занимаетесь так, всяким говном. Вы, ребята, пушечное мясо, так что расслабьтесь и получайте удовольствие. Круто, Хеллер сквозь вертолет проскочил. Так. Ладно, ребятушки, я побежал. Надо все-таки мне делами заниматься. О, кран. Жаль, им поуправлять нельзя. Так. Ну что, вертушка, ты где? Так, кто по мне целится? И вопрос как, если я на радаре у них белый. Вот ты где, падла такая. Ну-ка. Я не отстану. Гнида-то такая. Не смей так больше со мной разговаривать. Ну, вообще-то она правильно с тобой разговаривает. Ты же ей хамишь. Ох ты, что тут бункер. Так. Вот как воспользуемся. Серьезно? Вот ты прям знаешь, где Мерсер? Блин. Ну-ка. Так, вот. Не, поставлю-ка я вот так.
Не боись, пупсик, у меня сейчас это, тут есть такая штука. Ты просто охренеешь от моих этих... Блин, как они называются? От рук молотов. Да, вот оно как бывает. Так. Ну что? Отлично. Ух ты ж, Хеллер, а ты чё, сдох? Круто, а как ты помер? Хеллер, рядом с вами находится склад боеприпасов. Похоже, джекпот. Круто. Уничтожите его, уничтожите их возможность стереть... Чё-то я не учёл такого, что Хеллер... Какой-то ты Хеллер камикадзе. Да. Я от тебя такого, ну, никак не ожидал. Так, это склад. Ладно. Давайте я немножко... займусь со складом. Тут, кстати, можно кем-то перекусить. Опаньки. Так. Чувак. Видим врага у склада. Видь дальше. Да, это я, ребята. Надо будет это его немножко, скажем так. Хеллер, ты не поверишь, насколько там защищенный бункер. Чтобы попасть туда, тебе нужна огромная огневая мощь. Не боись, у меня есть эта мощь. Так. Надо, значит, аккуратно действовать. Так. Так, Хеллер, слушай, я надеюсь, ты не сдохнешь сейчас. Ах ты ж, блин, падла, не успел я отскочить, гадство. Вот хрень. Хеллер, ну ты камикадзе, уничтожил склад ценой собственной жизни. Хеллер, рядом с вами находится склад боеприпасов. Я не помню, чтоб такое было раньше, но это ладно. Давайте сейчас с вертолетами разберемся. Хотя, чё я парюсь? Сделаем проще. Так, слушай. Вертолетик. Ку-ку. Вот так тебе. Так. Есть еще два вертолета. Я знаю, что с ними можно сделать. По крайней мере, с одним из них. Так, ну что? Так. Вон он. Ладно, сейчас мы уничтожим этого товарища, который летает над военной базой. Хотя он, честно, не совсем над военной базой, но похрену. Так, пупсик, я иду за тобой. Так. Получил. Да. Ох уж этот Хеллер. Так. Есть, вон он, вертолетик, вон он, хорошенький мой. Ты-то мне и нужен, засранец. Опа. Чё-то я не то, походу, сделал. Про склад не забудьте. Не забуду. Не смей так больше со мной разговаривать. Так. Чё-то я тут заметил интересненькое. Опа. А я тебя знаю. Так. Блин, опять не то нажал. Ну ладно, похрену. Если что, на той базе позаимствую танк. Сейчас я туда аккуратненько по-тихому войду. Так, все, я сменил вид. Войду туда по-тихому. И стыбзю танк. По идее, танк должен помочь мне. Я же надеюсь, там есть танк. Это как в той игре Postal 2, когда он говорит, на меня охотится целая хреново туча бешеных психов. Хорошо, что у меня есть бронежилет. А потом задает вопрос, а у меня есть бронежилет? Блин, кашель, падла. Так, танк. Мне надо бы... Так, о, все, я заметил свою жертву. Стой, падла, стой.
Стоять! Я тебе не разрешал от меня убегать. Да, вот какая хитрожопая машина. Слушай, чувак, извиняй, но ты мне нужен. А сейчас покатаемся, как там в той песне было. Еду в соседнее село на дискотеку. Блин, конечно, я сфальшивил, но я думаю, суть вы поняли. Ребята, вы сами виноваты, так. А, мой танк еще не вражеский, ну это ладно. Я согласен, Келлер, это должно сработать, но надо как-то это сделать так. Ракеты горят! Я пытаюсь их обезвредить, но они могут взорваться хоть сейчас! Так, давай, вылезай. Тоже мне провал. Провал был, когда тебя твоя мама родила. Келлер, ты меня не перестаешь радовать. Шутки про мамаши как раз в твоем репертуаре. Ах ты ж негодник. Даже он использует шутки про мамашек. Вот, скажем так, хрень. Ладно, если б про Сашу Грейс шутил, про нее шутить можно. К тому же, блин, что мне единственное не нравится, такое то, что у этих чуваков голоса похожие. Ну что так. Надо будет глянуть, насколько там у меня видос затянулся. Так. В принципе, не так уж и много, так что, хотя уже прилично. Надо будет сейчас заканчивать. Поговорим с ней. О, привет. Аппетитная жопа. Перестаньте. Я помогла вам, а потом помогла еще раз. Вы у меня в долгу. Так вот как по-твоему. Все так и есть. И это еще не... Подойдите. Ох ты ж. А где зомби все? Мы отлично ладим, Хеллер. Джеймс. Давайте сбежим отсюда. Слушай, красотка, с тобой? Нафиг, мерси. Хоть на край света. Лучше создадим нечто свое. Мы отлично сработали с вами. Я с тобой согласен. Не хочу встревать между тобой и Мерсером. Подхвачу еще дрянь какую-нибудь. Хеллер. Не, ну ты мудак. Мог бы ее отшить как-нибудь менее грубо. Так. Ну что, ребят, как насчет еще одного квеста или будем заканчивать? О, новый левел. Не, раз достигли нового левела, то план на сегодня выполнен. И, наверное, надо будет заканчивать. Ну и я с вами буду прощаться. Так, ну что тут? Давайте движение. О, высота прыжка. Посмотрим. Ну-ка. Или пойдемте, что ли, выполним еще вот этот короткий значок, который тут появился. Почему бы и нет? Кстати, там чьи-то мозги. Мозги, это хорошо. Хеллер, типичный зомби. Охотится за мозгами. Так, стоп, я не понял юмора. Мозги. Эх, мозги сожрали. Зомби без меня. Ну ладно, давайте выполним этот квест, и буду на сегодня с вами прощаться. Да. Ну что? Доктор Раджив Куреши, вирусолог из Гентек, совладелец кафе в Хьюстоне. Что ж, Радж, сейчас тебя мелко нарубим кубиками. Кубиками? Ты предлагаешь нашинковать из него салатик? Неплохая мысль, Хеллер. Слушай. Только жрать его будешь ты. Я вроде как мясо не ем. Так, ну что, где ты? Стой, красотка! Так. Слушай. Мне похрену. Мы этот, как говорил Бородач, все в сторону, мы беспредельщики! Заказывать исследование. Радж, он хочет, чтобы мы нашли способ выследить Хеллера. Нам ведь всем от этого только польза. Да.
какие вы наглые, за мной решили повыслеживать гоняться. Я считаю, это нехорошо. Плохие новости. Гентек работает над, цитирую, особым антигеном хищника. Не знаю, что это, но им это точно нужно, чтобы тебя убить. И он почти готов. Где эти придурки? Испытательные полигоны засекречены, но патрули дозора каждый день там. Думаю, мне стоит присоединиться к патрулю. Вай-вай-вай. Вот негодяи. Решили так. Ты чё, дерзкий самый? Вот так тебе. Будешь знать, как на мирных людей нападать. А то ишь, паскуда такая. Да, ну что. Ох, я чувствую, этот квест еще минут на 15-20 закончится. Точнее, что-то затянется, а то я там с этой гидрой нетрадиционной ориентацией навоевался. Так, ну что, чувак. Отлично. Вышлите маршрут патруля. Принято, Коттон Маус. Передаю маршрут. Следуйте по нему. Прием. Принято. Конец связи. Ну что, пошли. Нам, так сказать, надо бежать за ними. Парня вчера подстрелил. Ну, вылитый Роберт Де Ниро. Ну, то есть это был не Де Ниро, но выглядел как его близнец. Без фоток не верю. Точно снял киноактера, а? Понимаешь? Точно между глаз снял, как... Заткнись нахер, Старнс. Да. Чуваки хвастаются, кто из них больше киноактеров поперестрелял. Да. Они бы еще и с линейками мерились, кто из них круче. Ой-ё. Так. Ладно, я себе прокачал, ХП восстанавливается. Так, ребята, Анки. Так. Где ты тут, засранец такой? Ну что, отправился отдыхать? Пулемет довольно хороший. Мягко говоря. Блин, тут еще эти летающие засранцы. Келлер, ты чё такой косой? Давай, не коси. Не разочаровывай, так сказать, меня. Да, пошли вперед. Ладно, наверное, катать ученых будем в другой раз. Так, ну-ка. Да, ребята, какие-то вы медленные. Вам бы это, подкрепиться чем-нибудь? В смысле встреча выпускников? А кого мы тут встретили? Серьезно? То есть вы с ним не учились в одном этом? Ладно, давай зомбаков сейчас постреляем. Как-никак. Я надеюсь, я там своих не закоцал. Так. Вот летающие падлы. А вы, ребятки... Не умеете себя вести. Так. Так, стопа. Давай. Ну, вылетать планируете? Так, не надо валяться. А то подхватишь еще какую-нибудь простуду. Так. Да, благо пулемет на 500 патронов. Ну что? Всем конец. Посмотрим, как там наши задроты. Пошли. Задротом. Должны быть рядом. Любые переговоры дозора в этом районе требуют особых паролей. Они тут все делают очень серьезно. Вы серьезно, ребята? Думали, что сможете от меня? Лейтенант, а чем бы вы занимались, если бы не служили в дозоре? Помер бы или в тюрьме гнил? Не, ну да. Честно ответил, я чувак. Тоже. Видимо,
те еще уголовнички. О, а там чьи-то мозги. Вот вы где. Надеюсь, антиген уже готов. А то у вас рабочий день уже к концу подходит. Да. Надо их сейчас по-скрытненькому поглотить. И... О, мозги. Посмотрим, что там у тебя в голове. Интенация Джай МакКлерой. Блин. Какого хрена у них такие имена сложные? Язык сломать можно, пока выговоришь. Какой ты грозный. Понятно. Ну что, ребята. Мне как бы не очень хочется, чтобы вы меня убили. Я что, зря тут это? Может, еще один левел апну? Так. Время кушать. Так. Ну что? Отлично, теперь надо линять. В этих джунглях хватит места только одному хищнику. Я согласен. Так, Хеллер. Ну чё ты творишь? Да, давайте сядем в танк. Поедем, покатаемся. Так сказать, поехали в соседнее село на дискотеку. О, да! Вот хрень. Да. Ну-ка. Видео, конечно, уже идет. Точнее, игра уже идет довольно долго. И я думаю, на этом надо закончить. Так что, ребят. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видео в таком формате, то не ленитесь. Поставьте ему лайкосик. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я рекомендую вам подписаться. Ссылочка будет в описании. Ну а с вами был я, Остап Бендер. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока, братюни.